меня потерять у меня не то, что как мой отец, дядя, отец, семья. Мне действительно хочется, я не так, что хорно. Моя мама больница. Слава Богу, наши ребята, наши вся семья, все наши памяти держатся, они говорят моей маме, что брат умер или что-то умер. Слава Богу. Что сказать, Рахматан Дугуин, он был человек, которого он вырос на него, не то, что я, или Мэрик, Илюшина, Йосик. Я помню, когда Йосик поспал на медицинское образование, на доктора, он с ним как правая, левая рука был, с нами был, когда мой папа умер. Спасибо. Он для нас старший брат, старшая семья. Что сказать? Большое спасибо, что пришли, что вы с нами. Мы одно знаете, что наша семья никогда долго перед вами не останется. Мы вас любим и с вами.